спросить о чем. Вот скажи, пожалуйста, как ты относишься к этим цифрам? Как ты относишься к нумерологии? А веришь ли ты в то, что сегодня, вот у нас только сегодня, вот эти врата открываются, и никогда они раньше или позже никак не откроются и закроются уже? Вот как ты к этому относишься? Скажи, пожалуйста. Ну, я могу сказать, что я точно знаю, что числа эти все не просто так, это какие-то наши обозначения, но они имеют место быть. Это я чувствую, я ощущаю. За числами, если честно, не слежу, но если начинаю отслеживать какие-то моменты, то они, как правило, привязаны к каким-то определенным числам, определенным датам в моей жизни, как бы от этого не отходили. Вот. Не придерживаюсь, конечно, всяких гороскопов, потому что мне кажется, что каждый там уже настолько все намешано. Вот. А то, что касаемо чисел и нумерологии, ну, имеет место быть. Никуда от этого не деться, да.